девчонки, всем привет! Сегодня у нас пятница. Я с утра в телеграм-канале пожелала всем доброго утра. Простой тематикой. Всем здоровья, счастья, позитива, достатка, здоровья, благополучия. И не зря я вот так с Москвой тематикой пожелала доброго утра. Мы приехали на море на пятницу. Сегодня у нас будет на 2 дня. Погоды дождя не было. Так у нас бывает, что мы едем на море уже не первый раз, и нас достигает дождь. Но уже распогодилось. А вот тучки. Сейчас тут солнышко светит. А за мной такое небо черное. Дождь идет. Волна вот большая. Вода теплая, хорошая вода. Сегодня в погоде был сильный ветер. Но так как сегодня и завтра у 2 дня осталось отпуска, сегодня на последнюю ночь ехать еще поездку. Я еще отдыхаю до 31 числа. Мы уже на работу. Я не могу 2 дня отдохнуть. Папа наш порыбает. Так что мы надеемся на хороший отдых. Будем надеяться, что будет хороший отдых, потому что обычно, когда мы даже едем, дождь, град, видели, люди уезжают с моря, а мы на море, уезжаем на прекрасный отдых. Будем надеяться на самое лучшее. Нам хорошего отдыха. Мы будем располагаться. Мы уже расположились, палатку расставили, матрас надули, постель застелили. Кирилл стреляет, шатер наш. Мы пообедали, мы заезжали во Владиславовку, пили чебуреки с мясом, пообедали. У вас еще кукуруза есть вареная, дома варили. Рыбка наша. Вечером шашлык будем жарить. Колбаски у нас. Картошку запечем. Шум моря. Поснимаем немножко, девчонки, закат. Солнышко уже спряталось. Море утихло. Спокойное. Девчонки, поснимаю вам закат. Вот этот такой красивый. Солнышко уже спряталось. Ветер утих. Шум прибоя, только волны умножаются. Стейки, рыбка в фольге, колбаски, картошечка тоже в фольге запекается. Я уже сделала салат. Покажу вам наш пуза. Какая красота. Вот наши стейки жарятся. Колбаски. В фольге рыба. Там картошечка еще в фольге
опекается. Наш ужин. Стейки, колбаски готовы, пожарились. Картошка. В печеной фольге. Я обжарила грибочки, добавила плавленый сырок. Вот так вот начинила их. Баклажаны, которые я показывала рецепт в телеграм-канале. Очень вкусно. Вот салат сделала. Персики. Клубника и рыба в фольге. Что нам приятного аппетита. И всем приятного аппетита. Доброе утро. Сейчас 7:30. Ветер 7 метров в секунду. Чайник закипел, кофе сделали. Ирина еще спит. Закинул удочку. Будем пить кофе. Обед у нас гороховый супчик сварила. Так быстро горох разварился. Замочила буквально там 30 минут. Хорошо так набух. И за 30 минут сварился. В общем, красота. Все быстро на море варится. И вкусненько. Вкусно стаивается чуть-чуть. Вот такой у нас супчик гороховый. С сухариками. Что будем обедать. Всем приятного аппетита. Сегодня прям аншлаг. Столько рыбаков. Очень много машин.
Мы собираемся домой. Время 18 часов. Море успокоилось. Ветер стих. Так что мы поедем домой. Всем удачи. Всем, кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте подписываться на мой канал Яндекс.Дзен, а также телеграм-канал. Всем пока-пока.